настроение бодрячком. После офиса всегда отличное настроение, потому что общаешься с заряженными людьми. Мне тут пишут в директ, что я стал себе снимать чаще в сторис, потому что подстригся. Друзья, нет, это не так, я вообще не комплексую. Я могу и лохматым снимать себя, и с длинной бородой до колен. Мне похер. Блин, что-то опять засвечу. Но погодка наладилась в Москве. Наладилась, смотрите, ребят. Да, я что хотел сказать, чуть не забыл. Ну, во-первых, у Леончика реально режутся зубки, и вот в такие моменты не до телефона, там, не до сторис. Я не понимаю тех людей, которые транслируют каждый свой шаг, даже когда им, ну, пиздец, как херово, они это все снимают, как эта блогерша, да, у которой погиб муж, друзья, там, на ее дне рождения. А они все это, и она это в этот момент, ну, короче, это жесть. Ну, да бог с ней, в сторис снимает. Муж там в реанимации, она сидит в коридоре. Ну ладно, не хочу никого осуждать. Я вот что хотел сказать. Вот у каждого человека, кто ведет Инстаграм активно более-менее, там, кто снимает сторис, наступает момент, когда эта инста уже вот здесь, вот уже по горлу, уже в печенках. И ты обламываешься, ты хочешь отдохнуть, это интоксикация уже случается. И тебе надо вернуться в какой-то момент в инсту, но ты не можешь. Видимо, какие-то нововведения снова в инсте. У меня только 4 сторис записывается. Причем 4-я сторис обрезается, и основная мысль не записалась. Короче, какая тема? У меня есть лайфхак. Как вернуться снова в Инстаграм, снова начать там пилить сторис, там добавлять посты. И если вы из него ушли, потому что он у вас в печенках, а вам снова надо вернуться, а вы не можете. То есть, как вернуться снова в инсту? Если хотите, расскажу. Поделиться. Какой день сегодня чудесный. Мы едем к Тонечке. Она где-то вот там, на каком-то 50-60 этаже. А мы едем к ней. Заехали с Леончиком на мойку, помылись. И едем за любимой, у которой сегодня день рождения. Смотрите, как залипательно. Шарик по песку катается. Такие вот узоры получаются. Это столик такой. Рассказывая, куда я приехала, думаю, вы догадались. У меня в день рождения традиция ходить в спа. Кто-то под Новый год ходит в баню, а я в свой день рождения хожу в спа, обнуляясь, так сказать. Чудесное начало дня. Сейчас попарилась в хамаме, потом обтерлась снегом. И сейчас иду в зону ожидания, покажу вам тоже, как там круто. Все, я только что вышла с массажа. Это была просто пушка-бомба. Буду сейчас сидеть, наслаждаться видом Москвы с 54 этажа и пить вкусный чай. Это прям лучшее начало дня, и тем более дня рождения. Понедельник, утро. Массаж мне делала девушка, говорит она на английском языке. Забыла, кстати, спросить имя, надо будет узнать. Волшебные руки, я просто летаю. Такое ощущение легкости. Мои дорогие, я очень рекомендую вам это место. Придите в Респейс, вы не пожалеете, вы влюбитесь 100%. Вернетесь сюда не раз. И тем более сейчас есть такая акция, можно купить абонемент на 5 массажей за 20 тысяч рублей. Это гораздо дешевле, чем покупать по одному массажу. И, возможно, мы с вами еще здесь увидимся, потому что я обязательно сюда еще вернусь. Вообще, конечно, у нас традиция ходить вместе с Васей на спа.
вместе, мне очень нравится, прям такой релакс, потом пьем чай. Но сейчас, сами понимаете, такой возможности нет. Вася с Леончиком, и сказал: иди отдыхай, любимая. В следующий раз пойдет он, 100%. Он должен тут побывать, кайфануть. Жду лифт на 54 этаж. Звучит весело. Теперь иду на свидание с любимым мужчиной, точнее, с любимыми мужчинами. Боже, как приятно! Вася! Видела? Конечно! Спасибо! Заехали пообедать в ресторан. Из напитков вода, морс. Леончик тут. Держу его крепко. Движуху наводит. Ну, сам поел, дай теперь родителям поесть, мальчик наш. В ресторане людей нет, понедельник, будний день, так что круто как раз с ребенком. Такой вот вид. Сегодня день шикарных видов. Сыночек, ты такой спокойный к моему дню рождения, да? Ты мамочке настроение поднимаешь, чтобы мы посидели спокойно. Мой сладкий мальчик такой. Покормили, он такой спокойный. Мамина сумка. Подгузники, там салфетки, погремушки. Смотри, что есть. Вертолетик. Вертолетик. На, держи.